съемочная. Ну, в общем, Да, я здесь. Давай, теперь точно не будет, ну, как бы, не будет выпадать из фокуса не только РПЦ, но уже и других органов, потому что адвокат Ксении Собчак Виталий Бородин будет настаивать на возбуждение уголовного дела после нападения на ее съемочную группу, умышленное уничтожение и повреждение имущества и воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, такие статьи УК РФ. Но, конечно, это точно не имеет никакого отношения ни к православию, ни к христианству, ни к России, ни к Русской Православной Церкви. И, безусловно, этот очаг раскола нужно каким-то образом просто ликвидировать. Но вы же взрослые люди. Хватит танцевать на столе во время эфира. Реклама. Большие конференции, выставки и семинары. В конгресс-центре отеля «Вега Измайлова» вы найдете функциональное пространство для любых деловых целей. Вместительные залы для крупных мероприятий и переговорные комнаты для небольших бизнес-встреч. Организация фуршетов и банкетов. Размещение гостей и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Сайт hoteldefisvega.ru. Скидка на проживание в отеле по промокоду «Радио КП». Он живет по принципу «делай добро и бросай его в ионизированную воду». На этой и на следующей неделе каждый день в прямом эфире только правдивая информация об ионизированной воде от официального представителя заводов-изготовителей ионизаторов-очистителей воды «Аквалайф» Андрея Петровича. Программу «На чистую воду» слушайте в будни и по воскресеньям в 15:00 по Москве, в субботу в 11 часов. С 20 июня по 5 июля в санатории «Надежда» Анапа отдых всего за 2000 рублей в сутки. Питание, шведский стол, проживание, лечение, бассейн с морской водой. Звоните 8 800 100 ровно 4845. Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Как дела, Россия? WhatsApp-страна! Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Участвуйте в эфире бесплатно при помощи WhatsApp и Viber. Пишите прямо сейчас на номер 8 967 200 ровно 9702.